Сегодня 22 октября. Вот привезли доски, слава богу. Мы принялись за работу. Вот хотим к концу вечера закончить с этим прудом. Вот Володя занимается главной работой. Обсмаливает доски. И нужно их как можно сильнее приколотить, чтобы они все стояли. Вот так вот происходит тут все. Вот я комментирую происходящий процесс. Вот сколько у нас отработки в запасе, уже израсходовали половину. Вот. Какое число? 22 октября. Володя, первый вот. Первый раз доски нам дали, когда были мы. 1 октября, сегодня 22. Ровно 3 недели не могли. Лес гонят пустой. Мы были сегодня там, мелочь. Вырезать нечего. А можно вам, говорит, по 10 сантиметров? Я говорю, так а что они? Это бруски уже будут? Да. Мы заказывали по 20, их нет таких. Согласились на 15. У них нету, леса нету, не дают ему, и все. Что-то хозяин, у него овечки, говорит, только что отравили 40 овечек. Вот красный крысам дают, и им подсыпали там, и все. Все, готово. Так, ну хорошо. Давай перекинем тебя сюда. Так, вот Надежда Васильевна пришла навестить нас. Идет не с пустыми руками. Вот, кроме того, уплотняем берег, чтобы его не размывала вода. Вот тут кирпичи. И вот тут тоже я занят этим. Вот кирпичи, они укладываются вдоль берега вот этого, чтобы вода не размывала. И трамбуются, трамбуются, трамбуются. Вот они все. Вот так вот. Я маленечко поработала, и так петь захотела. 20 минут пятого. Не выдумывай, слышишь? А? Мы идем домой. Прогулялась, это неплохо. Забудь про это, никто не будет петь. Не до этого. Ну как же она попеть, а? Надежда Васильевна добро хотела сделать. Но мы слишком заняты сейчас, очень просто. Не в моготу. Ой, какая работа. Так вот. Бригада-то какая нужна. Ну, никогда ты свободна, может, ты хоть да? Нет, я не хочу, спаси Христос. Вот я и ты не захотел. Сейчас. От меня все зависит, если я красивый. Садится уже все. Сейчас пить нельзя, вода остужает кровь и уже труднее работать. Компот, я его подогрела. А любой даже так. Вот как это все тяжело тут. Господи, помоги. Последнюю доску берем. Давай. Никита, ты готовься, сейчас вомиком будем ужимать. Вот такие дела. Все, слава Христу. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала.